Уж не знаю, к радости или к печали, но это в самом деле я. Вы рады? Или я вас напугал? Значит, вы все же приехали. А я уже набралась терпения не видеть вас несколько дней. Наимкин, я хотел было 3 дня не видеть вас. И даже, честно говоря, больше, чем 3 дня. Но известно, что случается с добрыми намерениями. Я снова здесь. И вас это мучает? Вы этого не хотите? Хочу. Но не должен бы хотеть. Плохи тогда дела у вашего белокурого дружка, как вы меня порой называете. Ну ладно. Не будем печалиться. Тем более, что в такое чудесное утро ныть грешно. Вы правы, Инкин, и в церкви венчание. Нет, Кристина, это куда веселей. Колокола кричат небу, что на земле появился новый человек. Быть может, и так. Красивые мысли. Поэзия изгнана из нашего мира. Я нахожу ее только подле вас. Вы мне это часто говорите, но что толку? Я чувствую себя совсем ненужной. Дитя мое, наберитесь терпения еще немного. С вами что-то случилось? Вы хотите что-то скрыть от меня? Я уже не имею права ничего от вас скрывать. Говорите твердо и прямо, все как есть, я прошу вас. Если бы у меня было больше твердости, я бы не приехал к вам. Но пришел час, когда мы оба должны быть сильными. В моем теперешнем положении есть несколько выходов. Один из них тот, что выбрал Сенека и исповедовал Марк Аврелий. Древние называли его стоическим. Прервать можно не только свою деятельность, но и жизнь. Ну что ж, этот выход нам годится. Не кощунствуйте, Инкин. Разве можно бездумно загубить юность, полную радости и надежды? Юность, приносящую счастье другим. То, на что имеет полное право человек 70 лет, преступление для такой девчонки, как ты. Для меня эта разница не существует. Инкин, обещайте мне во имя моей любви к вам. Не лишайте меня этого выхода. Поклянись, что позволишь мне уйти одному. Я только и слышу. Только и слышу, позволить вам идти одному, не нарушать ваш покой, не лишать вас выхода. Нет, господин тайный советник, у меня достанет сил. Все, Инкин, прекратим этот разговор. Однако, слава богу, есть и другой выход. Назовем его победой долга над чувством. Убить свою душу? Убить свою душу. По мне, это преступление более тяжкое, чем самоубийство. Инкин. Инкин. Неужели вы действительно привязались ко мне? Возможно ли это? Что? Я вас терпеть не могу.
Хорошо. Тогда я постараюсь сказать все на чистоту. Но сможешь ли ты меня понять? В моей душе борется свет и тьма. Сияние рая чередуется с глубоким страшным мраком. Прости меня за цитату, но лучше Гёте не скажешь. Когда на меня нисходит сияние рая, я вижу голубое небо и тебя. Золотые звезды и тебя. Белые лилии и тебя. Синие альпийские озера и тебя. Замок на высокой скале с зубчатыми стенами и трепещущими знаменами и тебя. В этом замке солнце и тебя, месяц и тебя. Тогда я вижу тебя, Инген. Тебя, тебя, тебя. Но когда наползает на меня глубокий страшный мрак, этот дракон, который все пожирает, я проваливаюсь в мрачное подземное царство, где смрадно чадит паленое мясо на раскаленном железе, где толпятся привидения, я мучаюсь несказанно, исхожу потом, истекаю кровью. И там ты увидишь меня. Меня, меня, и весь этот мрак исчезнет.